Назовите ваше фамилия, имя, отчество. Асенов Ильдар Мудалевич. Число, месяц, год рождения. 30 июля 1964 года. Место рождения. Уфа. Где зарегистрированы? В Туле. Адрес? Ну, Московская, 126. Да, 126. Квартира? 78. Где проживаете? В городе Балашиха, Московской области. Адрес? Глинки, 2. Ранее судимы? Да. Сколько общий стаж, проведенный в местах лишения свободы? Ну, я думаю, это не имеет отношения. Последний раз судимы в каком году? В 16-м, в этом. По какой статье? Ну, по той же. По какой по той же? Ну, в принципе, судим за то, чего я не совершал. Статью назовите. А какая статья? 228 только могут подкинуть. Больше. Место работы назовите ваше. Временно не работаю. На какие средства живете? На сбережения. Вором в законе являетесь? На глупые вопросы не отвечаю. Почему глупые вопросы? Это не глупый вопрос. Потому что глупые. Вором являетесь? Ну, я считаю, я являюсь гражданином Российской Федерации. И все, вором не являетесь. Вы мне можете пояснить, что это такое? Возможно, потом я скажу да, нет. Мы ждем, чтобы вы пояснили. Левой стороной повернитесь. Подбородок больше на меня смотрит. Правой стороны. Подбородок выше на меня.